Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Записки журналиста геймера» и читатели одноименного блога. С вами его ведущий Александр Милошенко и 53-я часть прохождения Assassin's Creed Syndicate на PlayStation 4 Pro. Сейчас вы видите, как загружается экран. Джейкоб Фрай продолжает собирать разные интересные штуки в Лондоне, после чего он будет долгое время гоняться на колесницах, опять хотел сказать, на каретах. После чего начнется квест Чарльза Диккенса «Адские колокола», по завершению которого мы будем читать кодекс. Поэтому, если кто не хочет чтения или не любит буквы, может смело концовку перематывать. Но вообще часть интересная, просто гонки замечательные по Лондону и его узким улочкам. И квест «Адские колокола» не менее интересен. Всем приятного просмотра и до новых встреч. Пока. Слезай давай! Some of us. Yeah.
Примите мои поздравления. Прекрасно! Двигайтесь к стартовой линии. Ну давай.
Кто тут хорошая девочка?
No more confusion. Henceforth, you'll be done right the first time. I don't have the stomach. Right, Jacob. Simple as that. Shouldn't you be at home with her then? No, no, she's not there. Thank you.
тебе все зубы пересчитаю. Недавно был всплеск довольно интересных грабежей. Грабежей? В Лондоне. Думал, не застану это дело. На первый взгляд, обычные грабежи. Однако преступники утверждают, что были одержимы сверхъестественными силами. Конечно, они могут рассказать любую байку, чтобы уйти от наказания. Однако их истории очень похожи. Все говорят, что в них вселился демон. Не займетесь этим? Один из наших одержимых воров сейчас в полицейском участке. Возможно, стоит начать там. To water. Thank you. Congratulations. За что этот здесь? Ограбил лавку ростовщика. Меня демон заставил. Я плохо помню. Это так странно. Я же никогда в жизни ничего не крал. И кто, по-вашему, заставил? Помню, серебряные часы висели в воздухе. Их держал кто-то. Или что-то. Я слышал его шепот. И видел только глаза. Это демон. Может, хоть владелец лавки вменяем? Thank you.
Бэтмен. Asylum without cause. Doesn't seem like it to me. True pleasure to see you again. Shouldn't you be at home? Прошу, туда, в ту сторону, прошу! Да! Теперь домой пешком пойду. Замолчи, не дует! Можно спросить вас про ограбление? Много не расскажу. Почти все было от одного клиента. От Энцо Капелли, известного фокусника из Италии. Пару недель назад он заложил семейные реликвии. Долги. У меня есть адрес того, кто выкупил кое-что из его вещей. Жемчужное ожерелье. Поможет? Вот опять! Эй, стой! Стой! Держите воровку! Что происходит? What's going on over there? Вы решили побаловаться воровством. Все как в тумане. Помню, как что-то серебряное мелькнуло перед глазами. Затем услышала звон, а потом я оказалась здесь. Ну что ж, теперь найти покупателя. Хорошая девочка. I'll go to the police. This is extortion.
не будем спешить на этот раз. Вперед! Вот хорошо. Молодец. Ну, давай. Вперед. Шевелись. Пошла. Вот так. Кто тут хорошая девочка? Ты. Шевелись. Не призрак, не демон, а великий Энцо Капелли.
Вы заблуждаетесь, дитя мое. Так ведь? Да, вы правы, я заблуждаюсь. Что? Ничего подобного. Вы заблуждаетесь. И к тому же, вы очень-очень устали, не так ли? Да, я очень-очень устал. Так, вы же выполните для меня одно поручение, не так ли? Боже мой, как птица в клетке. В чем дело? Где я, черт возьми? Вас поймали на краже. Я заинтригован. Я ни черта не помню. Пора выбираться. Благодаря моим связям вас не будут судить из-за невменяемости. Птичка свободна.
Thank you.